Несколько слов о самом турнире. Вот отношение к нему, какие впечатления? Ну, прекрасная организация, все на высшем уровне. Зал отличный, гостиница, трансфер, все отлично, все нравится. Формат интересный. Я думаю, что надо побольше таких делать соревнований и внедрять, ну, вот такие мероприятия больше в крупные старты. Чемпионат России, чемпионат Европы, чтобы побольше было шоу. Я думаю, что это поможет развитию борьбы, ее популяризации. Вот. Здесь и вольники присутствуют, и пляжники. Так общаетесь или сконцентрирован на себе? Да нет, ну когда соревнования, так поздоровались и все. А так, ну, настраиваешься, особенно не разговариваешь ни с кем. По схватке 3-3 по последнему действию. Тяжело пошла схватка? Ну да, первая схватка, как бы, всегда тяжело. Хоть она сегодня единственная будет, вот. Ну ничего, нормально, мы с Артуром знаем друг друга хорошо. Вместе в сборной тренируемся. Поэтому, ну, нету легких схваток. Так. Еще раз обращаю внимание, вот у тебя внизу, в районе пояса, стерто трико. Расскажи, от чего? Ну, это от работы в партере. Вот, поэтому много работы в партере и на сборах, и дома. Поэтому, ну, экипировка не удерживает. Так. Что больше всего нравится? Партер или стойка? И чем именно? Ну, мне больше, конечно, стойка нравится, потому что более зрелищно, зрителям более понятно. Вот, партер, ну, не знаю. В партере тоже нужно делать действия и стоять. Ну, мне больше нравится в стойке бороться. Кто для тебя ориентир, вот так вот, когда ты молодой был, из знаменитых борцов? Не знаю, у меня никогда не было таких кумиров, поэтому... Ну да, были борцы, которые нравились, их борьба, их стиль ведения поединка. А вот кто это? Нравилось, как Алексей Мишин боролся. Вот, очень ярко мне понравился олимпийский чемпион. Ну вот это, наверное, единственное так. Больше никого не могу выделить. А чем именно выделить Лешу Мишина? Вот своей настойчивостью, давлением? Да, да, своим уперством, можно сказать так. Своей такой борьбой, напором. Очень нравилось. Он, несмотря на то, что он боролся в весовой категории 84 килограмма, он бывало переходил на вес выше и там выиграл чемпионат России. Ну, очень нравилась мне борьба. У него даже в WhatsApp на аватарке написано «Непобедимый». Ну да, да, конечно. На самом деле легенда, столько лет в сборной, на самых крупных стартах. Отличный спортсмен. Надеемся, он будет смотреть нашу трансляцию. Тебе успеха. Да, все, спасибо большое.